Оспи, милое дитя, Господи, милую тебя, лю-лю-лю. Спите. А уже зыбок не было в то время, когда мои внучата были. Не было? Нет. А когда их придумали, позже? Раньше. А. Раньше. Ну, они так спят лучше вот с этой штукой, нет? Да, такая, она легче рукам-то. Да. Да и ногой можно качать и делать что-то руками. Давай качай. Бай, 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 бай. Баю, баюшки, по баю, я ведь коли не ругаю. Бай, 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 бай. Ты? Я тебя не ругаю, как младенца-то твоего звать. Я тебя не ругаю. Люли, 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 лю. Люли, 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 лю. Росту полного ума довольного. Росту полного ума. Ума довольного. Довольного. Видно, сегодня праздник такой нету. Оставили тут бабки, пускай вот безделье так поунянчить, а нам надо погулять. А с картинками вы не говорите с картинками? Нет. Нет? Я не матюгаюсь. А-а-а. Так хорошо, что в музее так народ вот ходит, тут видишь в окошко. Приглашают. Да вот побайкать, да и все. Ага. Я все говорю, люди лучше нас приглашают, так надо идти. Может быть, памяти не будет этого петь. Память куда-то теряется. Да? А куда теряется? А Бог его знает. Так что вот, жизнь-то прожита. Жизнь-то прожита ведь. Прожита. 78 годов так. Ай, бай, 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 ты живи, не умирай. А ты живи, не умирай, мне ответу не давай, баю, бай. А ответ подоси, боли есть, не проси. Лилю, лилю, стали гули гурковать, там владения засыпать, лю-лилю. Вот такая сковорошина. Репетируете? Да, репетируем. Хорошая погода. Да. Хорошая атмосфера. Круто. А вы будете выступать сегодня на ярмарке, да? Да, мы приезжаем каждый год. Этно-русская джаз. Такой микс. А это что за инструмент? А? Диск от стиральной стиральная машины. Барабанный диск. Стиральная машина – это диск. Колокол.
Это чего? Это пулевое, это самое. Мишень для тренировки стрелков. Джаз — демократичная музыка и прогрессивная. Свобода в джазе — это главное. Это самое главное. Народная песня и те же частушки, они в каждой деревне поются по-разному. Там идет тоже своеобразная импровизация. И бабушки, когда пели, они варьировали. Они импровизировали в одной деревне так, в другой так. Мы стараемся влиться вот в эту народную песню, потому что в каждом из нас сидит деревня, в ком-то больше. А это чувствуется, да, в музыке? И кто-то ее там скрывает, а в музыке, когда мы начинаем играть, это может быть деревня, изнутри она там начинает... Жить. А через сколько вы выступаете? В 16 часов. В 16, прекрасно. Давай сюда, не понять, там тяжело. На Зерцевом парке есть такая деревня, называется Поча. И нам сказали, что нельзя проехать мимо и не посмотреть Почу. Там очень интересный и успешный проект. Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, Татьяна Николаевна. Да. Вы сестры? Нет. Мне сказали, что вы сделали какой-то проект очень успешный. Проект «Поча 20 век». У нас поселок самый молодой, ему в этом году 60 лет. Сегодня мы открываем вот этот музей октябрята, пионеры, комсомольцы, лесоруб. То есть это прототип жителя поселка Почи в советские времена? Да. О! Да, потому что это не деревня, это поселок. Это что, в чем разница? В чем разница? В том, что поселки лесные, они были временными. Вот если лес вырубили и уезжали. Ну а сейчас нам-то куда ехать? Пенсионерам мы здесь и живем. Вот и стали поднимать, писать проекты и вот... А почему вы выбрали вот такое советское время? Так потому что поселок у нас советский. У нас в Греции не было Советского Союза. Понимаете? Понимаю. А это игрушки тех времен? Советские игрушки. А вы играли в этих игрушках? Обязательно. Да? Вот мишка — символ Олимпиады 80. Обязательно в каждом доме стоял такой мишка. Да? Либо такой, либо резиновые были. Мы играли именно такими игрушками. Это что такое? Это шлем, это рабочий Чей? Шлем. Ну, лесоруба? Лесоруба, да. Вальщика, наверное. Винтаж. Винтажно. Почему винтаж? Ну, эпоха. Ну да. Чулки, рубль, чем? Новые, с бирочкой? Да. Сохранились столько лет. Слушайте, символ. Ну да. Что-то не хватает. Молот? Да. Мы сейчас такими пользуемся. Да. Траву косим. Да? Ну да. Так. Радмила... Караклайч, Югославия. Димитрис, пойдемте, покажу парту, за которой я сидел в первом классе. Вот знаешь, что всегда раздражало? Тетрадку нельзя было положить вот на эти вот, на петли. Почему-то их не сделали внутренние. Почему они так были сделаны? Ну, понятно, что она маловато. Да. А я думал, что тут какой-то ящик есть. Нет, вот так вставали, садились. Вот так отвечали. А так? Ну, это некрасиво. Рука это некрасиво? Угу. Это чернильница. Туда наливали чернила. Она не проливайка была. Не проливайка? Да. Если запрокинется, не вылезет. Она не вылезет чернила. И не испачкается. О. А вы фанат Советского Союза? Конечно. Да? Да. Вы ностальгируете по тем временам? Очень. Да. Потому что мы выросли там в то время. Хотелось бы, чтобы сегодня был Советский Союз? Ну, да. Ага. Да. Вот эта форма пионерская, парадная. Шеврончик желтенький. Огонь, три язычка. Коммунисты, комсомольцы, пионеры. Красная звезда. Да? Это, да. Комсомольцы, коммунисты, пионеры. Пионеры. Да. Значит, начинаешь, рождаешься, а ты кто?
ребенок. Первый класс поступил, и в октябре принимают... Октябрята. Да, октябрята в октябре принимают. Но они спрашивают, чтобы ты пошел в октябрята? Нет, или обязательно? Здесь просто всех. Да, ребятишки все хотят все иметь красную звездочку. Вот такая красная звездочка с портретом Владимира Ильича Ленина. В третьем классе принимали уже в пионеры и до 14 лет. А они могут выгнать от пионеров? Да, могут. Могут за какие-то такие очень плохие поступки. Например? Наркотика? Наркотики? Ой, тогда об этом даже и речи не было. Меня исключают из пионеров. Класс может взять на поруки. Класс. Или дружина. И он может исправиться. Если не исправиться? Ну, не было такого. Да, все исправлялись. И затем снова принимали. А если не хотел исправиться? Не хотел? Мне кажется, такого не было. Если не примут в пионеры обратно, он что, он кем станет? Бомжом? Да что вы, тоже бомжей таких не было у нас. И слов-то мы таких не знали, бомжи. И не было у нас бомжей. У нас не было пионеров просто, поэтому я спрашиваю, что за система такая? Вы знаете, с какой гордостью ребята бежали, когда 19 мая, весна, и красный галстук на груди. Это такое счастье для ребят было, конечно. Конечно, но если выбора нет. С чем выбирать-то? У нас одна была организация, и это устраивало. Я не был ни в одной организации, да, в детстве, да. Вот, и я не чувствовал себя плохо, что я не в одной организации, понимаете? Почему позор быть просто учеником? Позор. Нет, это не позор. Позор — это если ее исключат из пионеров за что-то, за какой-то поступок. То есть это позор на несколько дней, потом ты ученик, и все нормально. Больше не позор. Ну, как-то тут нелогично, вы так говорите. Все воспитывались в этом духе. Да. Рождался ребенок. Он уже почти с рождения слышал. Октябренок, пионер, Ленин. Угу. Комсомол. Все стремились стать комсомольцами. Да. Комсомол — это что? Это хорошие дела, это стройки. И чем жили дети? Они старались помогать, строить, работать. Угу. Если пионер вот отдавал салют, да, ладошка должна быть выше затылочка. Будь готов, всегда готов. Пионер всегда. В школе так говорили. Да. Почему? Потому что общественное, вот это общественное, выше личного должно быть. В борьбе за дело коммунистической партии будь готов. Всегда готов. А готов к чему должен быть? Если спрашиваю, готов, к чему готов? Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. А скажите, вы знали тогда про другие лагеря? Пионерские лагеря? Да, я имею в виду про ГУЛАГи. Ну, ГУЛАГ, это уже потом открыт, можно сказать, для общества был намного позднее. Намного позднее. Потому что... Тогда вы ничего не знали? Да. Если мы посвящаем одну выставку, да, одному времени, да, наверное, надо посвятить всем частям этого времени. Мы не ставили такой цели. Наша, не знаю, вот, ну, наша такая вот полоса была, чисто положительная, чисто позитивная. Ну, было это, ну, история, ну, ее не закрыть, ну, да. Были там репрессии, вот не закрыть. Были это... Ну, а что делать-то? Вот как вот жаловаться? Вот и жили. Новый год встречали, плясали, в походы ходили. Подвесной мост. Да. Поворот река делает. Да. Да, мыс Болван. И здесь гоняли лес, да, вот. Да, там было катище, называется такое место. Катище. Катище. Распиливали уже готовую древесину, ее потом весной, как вода поднимается, высокая такая прибывает, сбрасывали, и все, он уходил туда, до лесозавода, где там его потом поймают. Красиво. Красиво. Да. Ну разве мы можем что-то говорить не позитивное? Конечно, позитивное говорим. Я очень верю в Бога, да. А больше верю еще в слова Ломоносова. Где-то, если прибудется, значит, где-то отнимется. В общем, так. И Советский Союз был, и религия. Бабушки наши ходили в церковь также, да? И молились. Свободно, конечно, да? Свободно, никакого запрета нигде не было. Если, как комсомолец, тебе говорят, Бога нет, потом у тебя крест. А мы верили больше бабушкам своим, что Бог есть.
воспитывали нас бабушки, но идеологию-то вложили бабушки. Как у них сочеталось? Они очень хорошо. Вот, допустим, учись хорошо, тогда примут тебя в пионеры. Честно, у вас не было никогда мыслей, что Бог, в котором вы верите, запрещается идеологией, в которой вы верите? Да. Не было такого не раздрая? Не было раздрая. Не было. Ну, не знаю, вам может не понять. Сколько вам лет? 32. Ну, мой сын 33. Он, когда увидел это, звездочку, говорит, Пушкин, Курчавый. То есть Ленина не знают. Вот беда-то в чем. Хочешь объяснить? Да. Чего, Дмитрий, с пазл не сходит? Не сходится, ничего не сходится. Не сходится. Конечно, есть что-то в этом поколении, что не пойму. То есть просто не пойму. Две идеологии, параллели. Две параллели жизни, да. Ты знаешь, почему я считаю? Почему? Потому что ты в состояние парадокса вводишь человека. Он вдруг встречается с противоречием внутри себя. И сам не может себе объяснить это. Думаешь? Конечно. Как дерево, оно выросло вот на каком-то забучем песке и крепко держится корнями. Как вот эта сосна около моста. Чуть-чуть что-то поправить там под корнями, и она просто сползет в реку. Под окном широким, а я под окном высоким, вишня белоснежная цветет. А мимо этой вишни, мимо этой хаты, здрасте. Котлетку одну, пожалуйста. И сочник с творогом. И вот это. Это рыбник, да? Да, рыбник. Прекрасно. А рыба откуда? Из озера. Песни поет, так, так охота с ним попеть. Да. Хорошо поет. А я не знаю, почему говорит корова, но я знаю, почему говорит жена. Ого! А я не сама на сама скамеечку поставила, а я не сама на сама ее любить заставила. Милый звал на тет-а-тет, я ему сказала нет. Как, моншер, не стыдно вам, по шерше других рябам. Вы-то откуда? Из Греции. Греции? Да. Греция? Да. Не верю. Смотрите на нос. Да. Древнегреческий. Да. Вот. А если бы еще одеть одежду древней Греции, да, тогда было бы. Во. А что-то там кипит, по-моему. Чай будет. Не нашел своей полоски, начал он чужую жать. Он жать-то не нажал, все с милашкой пролежал. Лишь один снопок зажег. Ой, Ваня, ой, Ваня, ой, Ваня, ой, Ваня, ой, Ваня. А вас так зовут, Грека? Ехал Грека. Как меня зовут? Да. Димитрис. А-а-а. А тебя как зовут? Меня Давид. Очень приятно. Я вы журналист? Я актер. А, актер? Да. Ты тоже актер? Да. Ну, так. Как так? В фильме снимался. А в каком? Ну, он еще не вышел. Удачи в твоей актерской карьере. Мы когда были такие махонькие, как Давид, иди сюда, Давид. Мы, значит, брали, травку выдергивали вместе со всей такой стерниной-то. Да как?
Далеко лети! Давид, супротив греки будут кидать кометы! Значит, комета. Комета, да. Комета. Есть большие и маленькие, да? А это что за материал? Это липовая лыка. А это натуральный, да? Да, это у нас мочалки зовут. Мочалка. Раньше этим в бане мылись. Баня. Хорошие усы у тебя, красивые. Я старался, спасибо. Ну, борода тоже была. Да, спасибо. Да. Я тоже старался. Да. Это... А это традиционный охотничий рожок. А ты сам их делаешь, да? С детства. С детства? Серьезно? Как тебя взяло это? Вот что-то меня взяло, вот и не отпускает. Потому что я чувствую, что очень забавно. Вот это лучше, по-моему. Да? Да. Это вам с космодрома плюща. Ой, спасибо. Спасибо большое. Можно с вами селфи сделать? Конечно. Мы считаем вас лучшим российским блогером. Лучше русский, не русский блогер. Спасибо за то, что вы делаете. Это лучшее, что есть на русском ютубе. Давайте, а я вам подарю браслет. Ой. Я вас смотрю по телевизору. Ой. Вам на спасибо. Здоровье. Пожалуйста. Иду! До свидания. Нас ждет директор заповедника. Говорят, она очень строгая. И она держит все и всех очень-очень крепко. Димитрис вас зовут, Димитрис, да? Ага. Димитрис. Димитрис. Да-да-да, ага. Как Димитрий, но с «С» ага, в конце. Да. А вы сколько лет баланс. Назад стали директором парка? Ну, с самого начала 28 лет. 28 лет уже, да? Да. Вот именно вот эта часовня, она прямо завораживает. Ну, эта часовня, Никольская часовня 18 века, она символ национального парка. Если вы знаете нашу историю, то судьбе часовен тоже было не все гладко. Они были запрещены со времен Петра I как признак старообрядчества. Часовни было строить запрещено. Но вы представляете, какие здесь жили люди, которые, вопреки запретам официальной Русской Православной Церкви, эти часовни ставили. Да, здесь люди жили очень достойно. Они могли позволить себе ходить в Соловецкий монастырь, в Антоний-Васильевский монастырь, молиться большому Богу, но возвращались в свои деревни и ставили маленькие земные храмы. И посвящали их тем святым, которые помогали им в повседневной жизни. Например, Флора и Лавра, Семенова покровителя лошадей. Параскевы Пятницы, женской заступницы, как у Лескова, маленький божок за пазушкой. Конечно, эта часовня, она же еще маяк, потому что ее видно из очень многих... Из всей деревни вообще. Да, точек Кинозера, понимаете? Да, да. Здесь же были опорные пути освоения русского севера. Люди шли сюда, они шли за свободой, они спасались от крепостного права, от боярской неволи. Они шли сюда, ставили свои дома, потом возводили часовни. Свобода и глушь. И свобода была на первом месте. Потому что Архангельский край никогда не знал крепостного права. Здесь никогда не было татаро-монгольского нашествия. Вот здесь корни и истоки русской культуры. И здесь крестьянская культура была доминирующей. Да. Какие костюмы были у северных женщин? Какие? Такие дворяне не носили в центральной части. А, например, вот кокошники, например. Кокошники, да, погонники. Они были очень дорогими, конечно. Понимаете, мне кажется, что вот сила традиций никто ее лучше не описал, чем Борис Викторович Шергин, 20-е годы прошлого столетия. Он тоже наш знаменитый северный писатель. Платье по французским журналам шить согласилась, но парчевого повойника с головы сложить не соизволила.
Это женский венец, не от нас заведено. Вот не от нас заведено, это и есть сила традиций. Давайте зайдем в так, часовню, если я одену платочек, то это будет ужасно. Мне вообще платочки не идут. Ну, я, естественно, одеваю их правильно, просто в это время никто не снимает. Вот и чего делать? О, а это не копия. Нет, это подлинник, конечно. Как говорят ученые-исследователи, небеса, они сделаны в подражании куполам каменных храмов. Купола в каменных храмах расписаны. Да. Но у меня, например, лично, да, другая версия. Вот, наверное, вы обратили внимание на то, что так, здесь такое ощущение, что ты находишься под защитой купола, неба. Ощущение близости неба они переносили в свои маленькие земные храмы. Здесь заказчиком небес был крестьянин. Так вот, вот это небо в Никольской часовне, в деревне Вершинина, это вот как раз такая народная живопись. Ну, еще называют ее примитивной, но она сейчас очень дорого ценится. Вот тут же фигура, лица, это же лица крестьян, вот, которые здесь живут в деревне, да? Да, да. Да, они, небеса выполнены по всем канонам официальной Русской Православной Церкви. Но тем не менее, вот лев. У Марка лев, да, голова льва. Вот он. Откуда Федору Захарову Иоку знать, как выглядел лев? Где он мог видеть живого льва? У него лев с лицом человека. Да. Абсолютно. Да. Да, или вот архангел Рафаил. Вот у него в руках должен быть такой вот сосуд. Да. А у него здесь не сосуд, а у него здесь карповский глиняный горшок. Ага. Здесь недалеко деревня Карпова, где жили знаменитые карповские гончары. Да. Он писал лица, которые видел конечно, в ежедневной лица жизни. Конечно, лица конечно, вот крестьян, которые жили с ним. Конечно. Понимаете, это ведь не музей. Кинозерия – это не музей. Здесь живут люди. Люди. Вот мы сделали памятник. Наша рабочая группа страны Норвегии возглавлял господин Дагмюк Любюст. И в 96-м году началась реставрация Никольской часовни. В 98-м году, понимаете, она была закончена. Но когда было освящение часовни, здесь вся вот эта вот весь холм был заполнен с людьми. Абсолютно, понимаете. Вот Дагмюк Любюст заплакал. Он потом сказал, я говорю, в своей жизни плакал два раза, и оба раза в кинозерии. Это они увидели, что это нужно огромному количеству людей. Понимаете, деревянные памятники, они абсолютно живые. Дерево – это же человеческий материал. Очень сильно вдохновляет ваше участие вашей души в этом. Это мне повезло, что я работаю в самом красивом месте мира. Это мне повезло в том, что здесь живут самые талантливые, самые замечательные люди. Это мне повезло в том, что у меня самый умный, самый профессиональный, самый увлеченный своей работой коллектив. Самое сложное – сохранить подлинность. Это самое сложное. Это такая тонкая материя. Упаси Боже, скатиться в искусственность, нарядить баб в сарафане, мужикам гармошки в руки дать и, так сказать, типа вот а-ля Рус устроить. Ну, вы сейчас сказали, конечно, лозунг почти нашего фильма. А вы же городской человек. Я родилась в городе, я городской человек, а прадед мой был вообще помором. Елена, я так понимаю, вас не оторвать отсюда, да? Если вы думаете, что у меня не появлялось желание уволиться, то вы ошибаетесь, да, появлялось. Очень много бюрократии, очень много непрофессионализма везде. И... А нам еще, знаете, что говорили, что многие присматривали купить ваши острова, собственность. Тем не менее... А из-за вас они остались в парке. Не, наверное, я пока еще являюсь хранителем. Я не знаю, понимаете, не дам, вот просто не дам.
И со мной лучше не связываться. Так говорят многие. И они правы. Лучше не связываться. А что, вы их бьете, да? Нет, я не бью, хотя у меня был такой один случай. Серьезно? Абсолютно. Ну, очевидно, я нахожу какие-то доводы или меняю интонацию в голосе, когда я предлагаю не делать. Нет, не предлагаю, а требую. Или просто говорю «нет». Говорю «нет». Я умею говорить «нет». Ну, это чувствую. Я научилась. Если честно. Красиво здесь очень. Как это может забрать кто-то? Надеюсь, нет, никто и никогда. Как у нас, как у нас, на синем Адонном море, сильная дробь, дробная да волна. Не пора ли, ой, не пора ли, нам, братцы, да ребята, ай-яй-яй, сосиня, ох, моря долой. А меня, ой, а меня, ай-яй-яй, удалого да мальчишку, ай-яй-яй, темная ночка, ох, и обняла. Как и я, ой, как и я, эй-эй-эй, удалое да мальчишка, ай-эй-эй, я на взгой, ой, с горенки да лежу. Так. Смотри, какой мост. Измайловская. Пятница, церковь. Слушай, красивый мост, да, и церковь. Давай остановимся. Давайте пройдем. Она вот так под наклоном. Тут машины ездят, да? Машины. Вот такие маленькие ездят. А на УАЗике мы проедем? Еще не проедете. Проедем? Не свалится мост? Ну чего? УАЗики проходят, тут ездят. Серьезно? Да? Вот серьезно. По этому мосту? Ну так, это страшно, когда сырого. А то, что он наклонно стоит? Ну, наклон-то, видишь, такой. А что не ремонтируют? Как можно? Надо же деньги. Димитрис, поедем? Давайте еще раз спросим кого-то. Я бы не стал. Я тогда свой ноутбук выложу, ладно? Я пешком. Можно я с берега буду снимать? А можно я буду наблюдать, как вы ездите? Откройте все окна, пожалуйста. На всякий случай. Грека, да? Угу. Настоящий. Вот вчера к руководству, к областному обратилась, к районному. Говорю, столько бывает иностранцев, и не стыдно вам за этот мост? Но зато красивый. Нет, мост красивый, но он кривой. Он кривой. Сломанный. Он опасный. Он опасный, но пока как бы еще люди ездят на тракторах, каскадируют все. Да. Но тем не менее все равно... Каскадируют, что вы имеете в виду? Ну... Трюки едут. А, там? На мосту? Да. Едут на тракторах, на мотоциклах, все равно все ездят. А.
Так что вот, в общем, мы тут так вот и живем. Деревни эти древние. Они даже, может быть, деревни, они всю жизнь здесь были, поскольку освоение северных земель шло с этим самым, вот эти купцы ехали, московские, новгородские. У нас даже, знаете, деревня называется, как в Москве метро, Измайловская, Кузьминская. Mm-hmm. Здесь раньше вот на этой площади шла торговля. Заморские корабли приставали по большой воде. Это площадь? И, да, ну тут было раньше, как бы тут вот это место, вот это все моя бабушка рассказывала. Здесь завозились товары заморские, да? И делали бартер на пушнину, рыбу. Люди жили таким образом. Здесь не надо никого бояться, здесь жить можно. Видели, какие позитивные люди. Ну, волков надо бояться. Ну, так от волков-то ведь можно, ведь волков бояться, в лес не ходить, как у нас говорят. Не надо никого бояться. Как у нас батюшки скажут, молитесь, и все будет. Если молитесь, и все будет в храме, который рухнул, это ну, я думаю, что все равно со временем все возвратится на круги своя. Понимаете? У меня здесь были и чехи, и финны, англичане. Я с ними как бы сказать... А как они... Без переводчика. Как они находили вас? Они придут вот так, я что-нибудь тут делаю, и они разговор вступают через переводчика. Некоторые даже русский язык понимают. Только-только вот их обсобирала, их тут много и было. И помидоры тут? И помидоры. Ну, помидоры я тоже обсобирала. Думал, помидоры не могут жить в России. О, еще как живут. Да? Мы ящиками собираем. Да? Серьезно? Да. Серьезно. Они просто, мы собираем их зелеными, они потом дозревают уже в ящиках. Поэтому у нас здесь можно выращивать абсолютно все. И вот у меня даже подсолнухи то расцветают. А что с ними делаете? Это просто для красоты, для экзотики. Просто так, как бы сказать, душу радуют. Вот капуста готовая. Капуста готова, лук готовый. Да. Я вам могу на дорогу сорвать кабачка, луку, капусты. Как вас зовут-то? Татьяна. Я Дмитрий. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Англичане спрашивают, кто это у вас все делает? Да. Я говорю, это делает российский пенсионер. И вот один англичанин говорит, они много лет назад здесь были с женой, рисовали храм. Да. Потом на аукционе в Лондоне продали за большие деньги. Я говорю, ну, вы миллионеры. Он говорит, нет, это вы миллионеры. У вас, говорит, место здесь на миллион. Вы к нам приезжаете, а мы очень рады, что к нам хоть кто-то едет. Да? Понимаете? Не кто-то, а люди едут. Нормальные люди едут, которые интересуются, которые ничего не боятся, ни комаров, ни дождя, ни холода. Вот мне нравится то, что я живу этим. Я встречаю нормальных людей. Я общаюсь с нормальными людьми. И вот вам еще банку варенья, чай пить. Хорошо. Все. О, Боже. Давайте, удачи вам. Удачи. Спасибо. Ребята, удачи вам. Спасибо. Вспоминайте. Конечно. Таню. Добрый народ здесь. Да. Все, закройте окно. Ну что, поехали в Плесецк? Хотели со льготой. Кутина. Почем? 140 рублей у вас, как в прошлый раз. Помните нас, говорите, да? Ну как не помню-то, конечно, помню. Тут ты работаешь, можно стихами заговорить, запеть и сплясать, кто просит. Отхлек, но да, я вижу. Прекрасно. До свидания. Я им скажу, что я мирный, приехал мирно в Мирный. И у меня мирные намерения, и Греция и Россия – мирные страны между собой, и что я за мир. Так. Ну что, вы пойдете, да, получается, если меня не пустят? Ты же не обидишься? Нет, конечно.
Да? Ты обидишься. А я думал, он, мне кажется, обидится, но не скажет. Виду не подаст. Ему будет обидно просто. Может быть, не на нас. Я не обижусь. Поедите. Да. Ой, там это... Что там? Какие-то ограды. Мы уже в Мирном? Пойдем поговорим с ними. Берешь флажок? Да. Пойдем. Снимать не надо, КВП тоже, а то милицию или ФСБ вызовут. Ой. Документы давайте. Так, Шиновский Виталий Олегович. Пожалуйста. Ребята, Виолетта Владимировна. Журнал, пожалуйста. Так, вот еще Колокольцев есть. Колокольцев. Ее орежу, фотографировать не надо, то сейчас все изыму. Саш, не снимаем. Димитрис Георгиадис меня зовут. Рад за вас. Ну, что-то у вас нет в списке. У вас паспорт греческий? Да, я грек. Ну, это вообще проблематично. Я учился в России. Я без пропуска вас не имею права пропустить. Поймите, это закрытое административно-территориальное образование. Здесь пропускной режим. Это объект вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны. Сюда только исключительно по пропускам, либо вот по таким спискам, утвержденных соответствующих органов. А я мирный. Ну, я с миром пришел. Да я прекрасно понимаю, но закон есть закон. Если вы решите только вопрос с начальником службы режима, как-то. Алло, здравствуйте, товарищ майор. Мы снимаем фильм. У нас ведущий грек. Может быть, возможно ему въехать в город, посмотреть город, не более того. Может быть, вы смогли бы сопроводить его? Нет, да? Именно потому, что он иностранный гражданин, да? Хорошо, спасибо вам большое за разговор. До свидания. До свидания. Такие правила, да? Такие просто правила. Грек. Просто иностранным гражданам сейчас нельзя появляться в Мирный. Мирный. Сейчас. Дмитрий, зато у тебя есть флажок и значок. Да. Идите, идите. Не теряйте время. Грека ехал, ехал и приехал.